История начинающего бизнесмена из Жезказгана на устах у жителей города. 20-летний Усен Есен открыл собственную фотостудию, создав 7 рабочих мест. Молодой человек еще в младенчестве перенес несколько сложных операций на глазу. У парня инвалидность второй группы. Диагноз врачей не помешал Усену воплотить свою мечту. Это стало возможным благодаря гранту от государства. Помощь в сумме 1,5 миллиона тенге стала началом маленького бизнеса для Усена. Фотостудия – одно из новых 50 малых предприятий, появившихся в Жезказгане за последний год. Что примечательно, в городе сейчас активнее всего развивается сфера услуг. Заказов очень много, особенно ближе к лету. Сейчас занимаемся виньетками, а когда потеплеет, будем выходить на улицу, обслуживать свадьбы.